Здравствуйте! Вас приветствует канал SPO Comp, и сегодня я покажу, как настроить эмулятор RPC Street для того, чтобы поиграть в игру FIFA Street. Эмулятор можно скачать с нашего сайта по ссылке, которую я оставлю в описании видео. Я настраивал на хаксборке 102.26. Себе уже скачал, разархивировал и настроил. Я покажу как. Здесь стоит in-game, то есть поиграть путем нельзя, но я с этим не согласен. Геймпад. Играю на клавиатуре, выбирается кейборд. Сначала мышкой кликаю кнопку вверх, теперь на клавиатуре нажимается та клавиша, что станет вверх. Так по аналогии весь геймпад настраивается. Те, кто предпочитает играть при помощи настоящего джойстика, могут посмотреть видео на нашем канале о том, как его настроить. Ссылка на видео будет в описании. Также в описании будет ссылка на видео о том, как взламывать игры на этом эмуляторе при помощи спецпрограмм. Когда будете довольны тем, как настроили, кликните Save. Правая кнопка мыши Change Custom Configuration. Apply Save Custom Configuration. Правая кнопка мыши жирным шрифтом подчеркнуто BAT with Custom Configuration. EA Sports. It's in the game. Go, go, go! Set it up, set it up, set it up!
сейчас. Вот такая игра, как вы видите, идеально работает. Так что всем рекомендую, спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал SPVComp, ставьте лайки, заходите на наш сайт spvcomp.com.